В Астане девушка попала под колеса автобуса. Транспортное средство маршрута номер 54 двигалось по улице Туркестан в направлении улицы Алматы. ДТП произошло на пешеходном переходе. Пострадавшая доставлена в городскую больницу номер 2. Прибывшие на место сотрудники местной полицейской службы составили протокол в отношении водителя. В данный момент совместно руководством автобусного парка данный водитель отстранен от работы. В дальнейшем будет занесен черный список, реестр черный список. И чтобы не допускать его водителям на общественном транспорте города столицы.